Курской области больше 7 тысяч человек с нарушениями слуха. Разобраться в тонкостях законов, ЖКХ и других вопросах им помогает круглосуточный диспетчерский центр для глухих. Он открылся в марте этого года и уже очень востребован. Только за последние 3 месяца поступило 800 просьб о помощи. Я связалась по телефону с Мариной, с переводчицей. Марина говорит, капли ей те же самые, которые были раньше. Что она еще? Неправильно там сказали, скажи, белые капли надо 2 раза в день капать, утром и вечером. Вот так, сидя за столом, Светлана Васильева решает чьи-то проблемы. Самые популярные средства связи с диспетчерами – Skype и SMS. Порой приходится одновременно разбираться с несколькими вопросами. У нее материнский капитал, она покупает квартиру, у нее 2-й ребенок, девочка идет в школу, там почему капитальный ремонт, у нее 100 вопросов. И мы тут же их вот связываемся, капитальный вопрос нас перебросили на Курск, и вот этот в течение там 40 минут мы почти все вопросы решили. Центр не работает и года, но принял уже более 2400 звонков. Просьбы о помощи приходят со всей области. На сегодняшний день работает 5 человек, значит, это они работают посменно, значит, в обязательном порядке работает 2 человека, потому что один принимает вызов, работает непосредственно на жестовом языке, значит, другой уже в этот период заполняет карточку и передает эту карточку непосредственно оператору 112 для скорейшего принятия решения вопроса. Вызвать экстренные службы или получить бесплатную консультацию. Диспетчерский центр – настоящая подмога для тех, у кого проблемы со слухом.